Добрый вечер. Уже вечер, поэтому говорю добрый вечер. Пришла к цыплятам. Сейчас покажу, какие они милые. Пришла посмотреть сейчас, что буду делать. Опилки добавлю. Ничего не очищаю сверху толстым слоем. Все это добавляю опилки. Внизу у них будет тепло. Почему так делаю? Так решила. Ну, сердце подсказывает, поэтому так делала. Витаминчик уже третий день. Завтра все. Завтра все уже, если чуть-чуть останется витамин, я все уберу. Оставлю уже, каждый день отдам свежей воды. Да, уже воды отдам завтра. Так, каждый день осталось, не осталось у вас, мои хорошие витаминчики. Выливаем, не даем, каждый раз меняем, друзья мои, каждый раз. Жалко, не жалко, деньги дали, потратили. Но надо менять каждый раз витаминчик. Вот так вот. Сейчас добавлю корм. Буду опилки. И вода, витаминчик есть. Все. Сейчас покажу. Некоторые спят. Некоторые только дрались. Вот так вот, да. Видите, они даже летают и дерутся. Все, вышли. Все, вот так вот. Пришла покормить бройлеров. И будем давать витаминчик. Сейчас скажу. Буду на 1 литр добавлять нитровен, нитровет. Нитровен, да, вот это витаминчик. 1 миллиграмм добавляем на литр воды. Все, витаминчики пьют. Стою и смотрю еще как пьют. Корм. Все, очень хорошо сыпало. Все, уже вечер. Видите, витаминчик. Витамины пьют. Подошли, познакомились с витамином. Очень хорошо пьют. И вот очень много корма. Все. Сегодня все. Ой, тетя. Вот у них свет вот такой. Я не знаю, но вот это стал большой, видите. Я что-то чувствую. Вижу разницу чуть-чуть. Немного. Чуть-чуть. Конечно, они... Сейчас прямо аж каждый раз меняются. Маленькие были, но сейчас я вижу разницу. Они так много кушают, друзья. Не представляете, как много кушают. Место тепло. Ух ты, какой шустрый, смотри. Смотрит, хочешь сниматься? Давай. Давай, позируй. Вот что такое? Голос мой. Голос. Они такие пугливые. Здесь 2 цыплята вижу. Маленькие. Мои хорошие. А остальное нормально. Вот один. Вот видите? Вот. Вот так этот маленький и тот. Вот. Прямо аж. Вот это 2 штуки. 2-3 штуки вижу маленьких. Так нету. Да, 3. Вот. Раз, бежит. Все. Добавим корм, опильки. И пошли отсюда. Пусть кушают и спят. Да, мои хорошие? И. Вот так вот. Что? Это, мне кажется, петух. Почему мне кажется, я не знаю.
Смотрите, как... О! Позируй, позируй. О, позируй. Позируй, интересный. Может, они петушки? Не знаю. Они такие... Вот. Поправились, да? Поправились. Друзья, немножко большие стали. А это вообще... Сразу видно. Скоро недель будет, да? Ну, через 3 дня недель будет... Ну, будет, наверное, 21, 28, 27 дней. Через 3 дня, да. Ой, ти-ти-ти-ти. Друзья мои, а я здесь готовлю наше армянское традиционное толма. Моя семья очень любит. У меня здесь говядина, мясо. Соль по вкусу, красная паприка, зелень разная, петрушка, кинза, орегано и укропчика. Лук 1 головку пропустила, ну, не пропустила, а через стёркаль тёрла, да. И здесь у меня отдельно масло на сковороде. И немножко паприки, красный, сладкий и острый немножко. И добавила сразу на фарш. И сейчас приготовлю листья. У меня из талма будет, мои хорошие, из виноградных листьев. А виноградные листья, мои хорошие, это из моего огорода. Они очень тонкие, нежные листики я собирала, эти виноградные листья. Видите, среднего размера и очень тоненькие, нежные. Я собирала и кипяток, крутой кипяток наливала туда и остыла вода и все. Выливала воду и начала крутить. И добавляю кипяток или теплой воды. Все ставим на газу, ждем, пока сварится. Закрываем, чтобы голубцы не поднялось, да? Мы все знаем, обязательно тарелочкой надо это... Закрывать голубцы. Видите, сколько воды и все. Ждем. Приятного вам просмотра, мои хорошие. Люблю вас. Пока-пока.